Всем привет! Сегодня моей семье очень захотелось ленивых вареников, так что я сейчас буду готовить. Давайте посмотрим, что мне для этого нужно. Творог, мука, ваниль, сахар, яйца и манка. Сейчас буду смешивать все ингредиенты. Творог у меня 9%. Отправляю сюда яйца, сахар и ванильный сахар. И все хорошо смешиваю. Совсем чуть-чуть добавляю соли. Теперь отправляю сюда манку и добавила просеянную муку. Все хорошо смешиваю. Теперь мне нужно хорошо замесить тесто. Чуть-чуть на стол присыпала муки и замешиваю тесто. Пока я замешиваю тесто, у меня уже на плите стоит и нагревается вода для того, чтобы сварить ленивые варенички. Все, тесто готово, я пойду пока помою руки. При необходимости стол посыпаю немножко мукой и раскатываю колбаску. Теперь нарезаю кусочками, которые мне нужны. Для вареников я еще делаю соус, который нам безумно нравится, и он очень туда подходит. Что мне нужно для соуса? Это сливочное масло, сахар. Сахар можно ложить побольше, если вы любите сладенькое. И сметана. Ставим на плиту, доводим до кипения, но не кипятим. При непрерывном помешивании. Вода закипела, теперь буду отправлять вареники варить. Так, немного подсолила воду и отправляю сюда вареники. Сейчас минутки 3 и все, варенички готовы. Варенички готовы и поливаю их соусом. Это очень вкусно. Я уже пробую, это очень-очень вкусно. Я пойду кормить свою семью, а вы подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем вам хорошего настроения и пока-пока!